Здесь одни в шалуме, да, даже? Комфортно. Слушай, мне как круто смотрится. Вот это вообще топ. Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. У меня сегодня очень ответственная миссия. Нужно поехать в шоурум украинского бренда одежды для того, чтобы выбрать себе брючный костюм. Я очень давно в поисках, не знаю, уже, наверное, пару лет хорошего брючного костюма, который отлично бы сидел на мне. Пиджак, жакет был бы оверсайз, брюки сидели именно так, как мне надо, и который я смогла бы носить с кедами, с конверсами, с кроссовками и так далее. Я не могу его найти, чтобы он был достаточно качественный, чтобы он именно сидел так, как нужно мне. Увидела рекламу магазина Чер-17, это украинский бренд, украинский шоурум одежды, что у них есть подобные костюмы, двубортные, по виду, по крайней мере, это именно то, что мне надо, поэтому едем сегодня к ним, там поснимаю, возможно, еще что-нибудь себе присмотрю. Шоурум работает сейчас по записи в период карантина. Мы записаны на 16:30, нам еще сегодня звонили, уточняли, будем ли мы точно. И у нас будет всего полчаса для того, чтобы находиться в магазине. Не знаю, пускают ли они на полчаса по одному клиенту, или там будет, не знаю, какое-то ограниченное количество клиентов вот в эти полчаса. Но будем надеяться, что все успеем, померяем, и я себе что-то приобрету. Все, поехали. Вообще магазин Чер-17 раньше назывался Черленд, может кто-то знает его по такому названию. И это сеть магазинов Тани Парфильевой, это блогерша в Инстаграм, у которой, по-моему, порядка 2 миллионов подписчиков. И у нее магазины именно таких женственных платьев, костюмчиков, такого более-менее классического или официального стиля. Я хочу померить именно брючные костюмчики, и я хочу померить еще костюмы, которые сейчас очень популярны, микро-юбочки с укороченными пиджаками-топами, если можно их так назвать. Так что посмотрим, может быть, сегодня я уеду наконец-то с покупкой. Пошла запись, а то я шла, не записывала видос и разговаривала с камерой, называется «Особым человеком». Мы уже на месте, уже 4:30, должны заходить, если у нас, ну, как я уже сказала, у нас всего лишь полчаса, чтобы походить, посмотреть, там все примерить. Вот этот шоурум, Черленд он назывался раньше, сейчас называется Чер-17. Зайдем, и я все покажу. Часа, да? Отлично. А, вот здесь одни в шоуруме, да, даже? Замечательно. Так, вот за этими костюмчиками. Так, а можно сразу, пожалуйста, тогда в примерочную? Конечно, оливковый. А него не вижу. М-ку давайте. Боюсь, не влезу. Так, сейчас, я хотела еще... Вот этот тренч. А есть такой с голубыми вставками и просто бежевый, да? Давайте, наверное, голубые, поинтереснее будет. XSS или SM? Побольше, так, чтобы он вообще был. Да. А есть еще вот такие вот костюмчики. Но они не оверсайз, да? Они просто такие по фигуре. Много платьев. Это мне сейчас не надо. С шортами, да? А где с вот этими укороченными пиджак и юбочка? Здесь? А, все, вижу. Это микроюбка.
Ну, давайте еще вот такой голубенький померяем. Тоже М-ку, наверное. Это М-ка, да? СМ. А есть больше? И бежевые, да, такие же размеры, нет больше. Так. Ну, конечно. Это мини, да, ну да, да. Такое опасное уже мини. Не, вот это кайфово смотрится. Ну, это круто, скажи. Mm-hmm. Ну, они сильно там. Прям топчик. Чего у меня не выглядывает сзади? Нет, все в рамках приличия. Мне вот это даже как-то очень... Вот так можно просто с попом. Как тебе? Вот это офигенно. А сколько такой? 2600. 2600. И костюм 2600, да? Там есть еще какой малиновый. С этой модели есть малиновый, да, голубой. Немножко другая модель есть еще тоже малиновый, бежевый и черный. Там и тут юбка на буковках. Мне как круто смотрится. Вот это вообще топ. Ну, брюки в эске вроде бы подошли. По длине нормально. Я думала, что будет сильно длинными, брюки по длине. Это тоже 2600, да? А нельзя менять, например, там брюки S-ка, а пиджак M-ка? Вот еще модный оливковый костюм, двубортный. Должна вас немножко потерпеть, у вас осталось 5 минут. Хорошо, сейчас, ладно, уходим. Так, вот этот костюм пакуйте с юбочкой, да, и все. Тренч нет. Давайте я его еще раз померяю с этим костюмом. Да, спасибо. Мне дизайн самого тренча нравится, но мне хотелось бы, чтобы он был еще побольше. Побольше именно в плечах, в рукавах, как-то длиннее, потому что вот он уже здесь натягивается. Особенно если под него надеть что-то вот более объемное или какой-то свитшот оверсайз или худи, или вот сейчас у меня пиджак с плечиками, уже как-то не так супер комфортно. Так, у нас осталось 5 минут, сейчас нас будут отсюда погонять. По дизайну вообще супер, мне кажется.
Смотри, как я снимаю. Меня можно поздравить с покупкой. Пришла за брючным костюмом, в итоге купила костюм с юбкой, микроюбочкой, я бы даже так сказала. Я, конечно, вряд ли буду в этом костюме выходить куда-то одна, скорее всего, но костюм очень эффектно смотрится, я не могла это проигнорировать и пройти мимо, и купила его. Здравствуйте, а можно капучино, пожалуйста? Поменьше, побольше? Поменьше это сколько? 200. А побольше? 300. Давайте 350. Да. На обычном молоке делать? А, давайте на обычном. Что надо. Как это, то, что надо после шопинга. Mm-hmm. Отлично. Темный закрытый Гулливер. Мы зашли сюда в сельпо купить продуктов домой. Тут ничего не работает. Карантин до 30 числа продлили. Так, нам вниз. Открытые аптеки и открытые продуктовые магазины. У нас шопинг-влог плавно перерастает во влог про еду. Называется «Что в моей корзине?». Пока там только капуста. Капуста это, да? Да. Такая вот у нас получилась корзина. Так, тут у нас салатики. Взяли тунец со шматочками. Взяли вот такую вот икра трески. Хлеб. На это не смотрите. Яблочки, соусы, блинчики с творогом. И вот на пробу вот такие вот роллы. А тут, когда не карантин, работает кафе. Но сейчас тут нельзя сидеть. Вот тут мы брали роллы. Ну, в принципе, все, идем уже на выход. Взяли вот такие вот роллы в сельпо. Сейчас быстро перекусим в машине и поедем уже домой. Но посмотрите, сколько здесь лосося. И какой он толщины. Сейчас, конечно, попробуем, но пахнут, по крайней мере, и выглядят очень прикольно. Так, пытаемся как-то заснять пробу этих роллов, так, чтобы ничего не перевернуть и ничего не вывалилось. Так. Опасный номер. Ну что? Угу. Нормально. Подержи, угу. Я попробую. Они очень вкусные. Мягкий вкус. Только нет васаби. А, нет, есть васаби, вот. А-а-а. Васаби есть. Достаточно соленый вот этот соевый соус, но, в принципе, он не портит вкус роллов. И лосось, я хочу сказать, очень свежий, очень такой плотный по текстуре, не рыхлый. Сразу ощущается, что именно свежий. Как ни странно, в сельпо офигенные суши. Да, никогда вкусные. Бы не подумал. Стоимость вот такого вот таких вот, 8 штучек, 149 гривен, да? Что, в принципе, можно брать. Все, я задачу максимум на сегодня выполнила. В шоурум съездила, вам там все поснимала, костюм себе купила. Правда, костюм не брючный, абсолютно не брючный, как я искала. Но он прекрасен, я просто не могла пройти мимо, поэтому я его купила. Все, мы сейчас выдвигаемся домой. Будем пытаться не попасть в пробки вечерние. Так что надо быстрее выдвигаться.